лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Ай да ты корми, ай, елец бачка наш дан. Ай ты дон Ивай, ай его на вещь. Ай, ляжет слово до, ой, добрая. Слава Богу, добрая, ае, 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 ох, ляжет, ая. На славу дой, ой, ой, славу ды до, добрая, ай, вот и раз, раз и два. Батюшка наш дан, а идет речь высокая, высокая. Речь высокая, высокая. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин.
у нас в гостях ансамбль казачьей песни «Живая старина». Николай Федорович Провоторов и жена его Людмила Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушал вас, и у меня сердце радовалось. И думал, как Господь вот, дает такие дары нам, такую возможность творить, петь, возможность что-то говорить, в слове передавать. И очень меня, так сказать, радует то, что вы работаете именно с фольклором. Мне хоть хотелось бы задать вам вопрос, почему, как это началось, имеете ли вы общие корни с этим? Вот. Ну, это множество вопросов, я думаю, в передаче мы их все озвучим. И я знаю, что у вас целый вот там коллектив, вы выступали у нас в театре «Странник» на моей творческой мастерской, и был такой эффект, люди не хотели даже отпускать, особенно ваш детский коллектив. Вот. Я думаю, что у нас не первая встреча, и мы будем еще встречаться. И не знаю, поместится ли ваш сюда ансамбль в нашу студию, но мы постараемся. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, как с чего началось, откуда что есть пошло. Ну, передачи действительно не хватит по времени, чтобы все рассказать. Вы задали вопрос, кто мы, откуда мы, что нас связывает. Это моя супруга Людмила Михайловна Провоторова. Я Провоторов Николай Федорович. Я родился на Алтае. Мои предки с Воронежа. Это Хоперский округ. Дислоцировались, уехали в начале века. Папа 905 года, мама 910. Я 11-й в семье. И остались там. Ну, оказалось, причин тому много, что пели в моем детстве. Все пели, играли песни, это правильно говорят. Неразрывно это со мной, например, происходило или существовало при мне это, проживалось. Ну, заканчивая консерваторию ленинградскую, я встретил свою супругу. И вот мы уже 28 лет вместе исполняем, собираем казачьи песни. Мои предки донские, о себе она расскажет. Коллективу сейчас 25 лет, история длинная, а ансамбль называется «Живая старина». Ну, наверное, после того, как Людмила расскажет что-то о себе. Ну, Николай сказал о его предках, а мои предки, я с Урала, мой дед, да, уральский казак. Поэтому, знаете, проходит время, ну, младенчески, наверное, это не так явно, что ли, тебя сподвигает на что-то, но когда ты духовно до чего-то дозреваешь, и становится очевидным, что не заниматься ты этим не можешь. Так и получилось, что я первый раз вообще песню услышала, ну, может быть, не первый раз, но осознанно так в 5 лет, когда заиграла моя бабушка, а я сидела под столом. И когда они заиграли, она запела с подругами своими, я зарыдала. И в 5 лет, вылезев из-под этого стола, я поняла, что, чем я буду заниматься. И вот это определило, вот эти песни, они определили мою судьбу. А потом уже я знала, к чему меня душа ведет. Закончив институт, кафедру народного пения, мы вот с Николаем Федоровичем встретились, и были девочки-выпускницы с нашей же кафедры, и мы решили вот создать такой коллектив в Санкт-Петербурге, именно непосредственно связанным с казачьим фольклором, потому что это не то, что это было на гребне популярности, а это действительно нам было всем по духу вообще интересно. А долгие годы мы работали, но чем дольше мы работали, тем мы дольше понимали, что мы сами люди взрослые и определившиеся, это надо прежде всего детям, это надо детям городским, которые ничего этого не слышат и не знают. Вот так. То есть вы таким образом сохраняете культуру, пласт культуры, да, фольклор, и передаете. А у вас дети есть? Есть, конечно. Есть у нас дети, да. И они тоже все вот участвуют? Они, я 11-я, у меня дочь одна. Но я хвалить-то не буду, ребенка жизнь покажет, определит. Но она еще когда не умела разговаривать, она уже играла песни с нами.
что поспособствовало вообще в дальнейшем развитию музыкальном. И на эту тему она плавно переходит вообще в воспитательной роли нашей отечественной, национальной, русской культуры, традиционной. А живая старина. Но она жива. Старина-то есть, существует. Очень удачное название коллектива. Это даже не про название. Вот я когда собирал ребят, я хотел, чтобы это вообще было объединяющим для многих, потому что последние там, 30 лет это стало иметь спрос для души человека. В особенности, когда ты отрываешься от своей искренней культуры, у тебя начинается, наверное, все-таки, как я привык говорить, косоглазие. То есть ты не понимаешь, что ты видишь. Тебя смущает многое. То, что тебя окружает. Ценности в особенности. Какие? В одних одни, в других другие. И вот это длинное философское размышление. Базы нет. Базы нет. Человек запутался. Шукшин Василий Макарович, мой земляк, всегда говорит, но любой деревенский городской объект, говорит. Это к тому, что у него есть деревенское сравнение. Дальше он говорит, я о нем говорю как о проповеднике, я как-то, так сказать, может, не в тему, то, что и полетят, и поедут, и помчатся, и уйдут, и пойдут люди из вонючих городов во чисто поле. И это не о том, что смрад, имеется в виду производство, там, фабрики, а вот человеку свойственно открыть душу, как перед Богом, найти Бога. Один находит, как я знаю, одного прекрасного сказочника, Сергуненко Борис Николаевич, который говорит, а я обрел Бога в природе, в лесу. Он нашел себя. А уж это длинная история. А он еще и сказочник. И говорит, а сказка – это дорога к Богу. Потому что мы же совершенствуемся. Мы же хотим чистоты. Мы же хотим образ для себя сотворять. Ну, извините, может быть, не все я говорю то, нет, что планировано. Очень хорошо. Это очень вписывается вот в нашу передачу. Я обычно об этом и завожу разговор. О творчестве, о душе, о пользе. О том, что это очень сейчас необходимо. Это вот как живой родник. Вот это живая старина. Людям не знают, к чему припасть люди. Надо даже с детства уже пытаться вот детей направлять к нашей культуре традиционной. А вы еще что-нибудь исполните? Хочется вас больше, конечно, слушать музыкальное ваше произведение. Ну, мы сейчас, наверное, заиграем лирическую песню. Она называется «В саду при долине». Вы знаете, очень многие, вообще очень многие песни женские, они иногда заигрываются мужчинами. Ну, такова традиция. Но тем не менее. «В саду при долине». Ай, в саду при долине я розы рвала, рвала и бросала по тем воротам. Рвала и бросала по тем воротам. Рвала и бросала по тем воротам. Не смейся, казачи, что я сирота. Не смейся, казачи, что я сирота. Не смейся, казачи, что я сирота. Пришла бы ты сватать, а я да не пошла. Россию и краше я найду.
Россию и все города. Но не нашу краше, чем та де сирота. Нашу краше, чем та де сирота. И снова вернулся под те ворота. И снова вернулся под те ворота. И снова вернулся под те ворота. Выходит девчина заплаканная. Девчина заплаканная, ходит девчина заплаканная, по личику видно засватанная, по личику видно засватанная. Спаси, Господи. Я тоже воспитывался под столом. Родители, у нас дом гостеприимный был. И собирались все время гости, особенно субботу, воскресенье уже. И пели песни разные. Ну, как сейчас говорят, старые песни о главном. Среди них и народные были песни. Отец у меня на баяне прекрасно играл. И я тоже все это слышал. И когда уходили гости, я тягал баян. Пытался там какие-то искать кнопки, подбирал. И даже потом у меня отдали музыкальную школу родители по классу баяна. То есть я приобщался тоже к этой культуре таким образом, через родителей. А, ну, потом, конечно, появилась гитара в моей жизни. Она все перечеркнула. Ну, это тоже был долгий путь, путь творчества. И я с уважением отношусь к фольклору, к нашей традиции. И вот одна из песен, которую мы до сих пор у себя в семье поем, и хочу вам тоже, хочу вас попросить, чтобы вы мне подыграли, вы ее знаете. Может, она такая немножко простая, может сказать, ну, как сказать, популярная, да? Не относится к такому прямому фольклору. Вот она называется «Ой, то не вечер, то не вечер». Хочу вместе с вами исполнить, хочу, чтобы вы подпели. Это для меня будет счастье просто. Ой, налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны, и сорвали черную шапку с моей буйной головы. Спалось, ой, да вас
сне привидело. Замечательная песня. Спасибо, Господи. А откуда она взялась, не знаете? А вы знаете, вот она стала шлягером, наверное, благодаря Жанне Бичевской. Очень есть, это же «Сон Степана Разина», и есть еще донской распев вот этой же самой песни. Ой, мало-мало, да во сне видел я. Совсем другая. Совсем другое дело. Совсем другое дело, другое. Да. Поэтому, знаете, фольклор – это же такое понятие, что вот мы с детьми, вот мы же сейчас заговорили вообще о детях, да? Да. Мы говорим о том, что дети в массовой культуре, они существовать практически не могут, потому что, ну, это антисреда, куда вообще детей запускать нельзя. И мы с ними каждый год выезжаем в фольклорные экспедиции. Да, вот я говорила... Не хотят и возвращаться. Да, вот дело в том, что когда собираются бабушки, носители вот этой традиционной культуры... Живая старина, так называемая. Да, живая старина. Дети приезжают, они же этого в городе не видят никогда. Мы однажды вывезли мальчика, вот он совершенно городской, он приехал, когда казачки во двор, ну, натуральное хозяйство, а у него там куры, гуси, коровы, коза, собака, в общем, все. Он зашел и говорит... Да, говорит, у вас же тут зоопарк. Она говорит, так почему же, милой мой, зоопарк? Он говорит, так у вас же столько животных, я только в зоопарке видел. А когда они еще видят людей, которые... Это их жизнь. И они настолько об этом могут интересно, мало того, что они интересно рассказывают, а когда они заиграют песни, детей, их нельзя никуда от них оторвать. И так как мы все-таки традицией занимаемся, традиционным пением, да, мы не то что насаждаем их, мы им стараемся показать, что музыка, она разная есть. Многие дети у нас учатся в школах музыкальных, то есть получают классическое образование. Но классическое образование, оно же корень имеет в народной культуре. Да. И мы, когда их рассаживаем рядом с бабушками, и когда бабушка одна, одной в ухо поет, другому мальчику там казачок там басит, и они понимают, вы знаете, в ребенке самое главное – это эмоциональная его память. Вот как только эмоционально они что-то запомнили, что от чего у них бегут мурашки, вот это никогда... Навсегда, да. Это навсегда. То есть ниже планка у них вот этого никогда не упадет. Я понимаю, что мы не сможем их оградить от телевизора, от массовой культуры. Но вот эта маленькая, как сказать, зарубочка, она у них всегда останется. Белая береза.
качала, Господи. Я, знаете, что хочу сказать, что вот нас иногда упрекают, что вот что, взрослые песни, с детьми играете, любовь. А я считаю, что если нет в человеке вот этого огня божественного любви, да, что он может понять? Он ничего не может понять в жизни. И мы им говорим, что, вы знаете, это трудное очень дело песни играть. Это надо открыться вот человеческой душе, чтобы он мог из себя вот это, ну, что-то отдать. Иначе песня, сыгранная вот, да, вот так, она совершенно не имеет никакого... Без Божьей помощи это невозможно. Да, она не имеет никакого вообще... Без духа. Да, она не имеет никакой ценности. Как один сказал человек, родители из детей, слушая, ну он сам казах, понятно, и так реагирует, слушая песню, говорит, и за своей песней умирать-то не страшно. Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, на этой ноте мы заканчиваем, к сожалению, нашу передачу. Время просто летит. Я благодарю Бога за то, что вот Господь дает мне возможность знакомиться с такими людьми. Господь открывает мне такие родники. Я очень благодарен телеканалу «Союз» за эту передачу, что вот, вот такая возможность есть. И радоваться, и душа моя раскрывается. Мы в своем случае тоже вас благодарим. И вот «Русские герои», о которых вы будете рассказывать детям, показывать. Спасибо, Господи. Я и на приходе будут показывать, и в воскресной, да, школе. Это... А мы действительно рады, потому что у нас еще и такая радость. 25 лет коллективу в этом году. И, поздравляю. Вот, и нам действительно радость наша за то, что, за, вам за то, что вы нас пригласили, потому как... Спасибо. Спасибо, Господи. На этом наша передача подошла к концу. С вами был Анатолий Першин и ансамбль казачьей песни «Живая старина». Божья всем помощи, Божье благословение, ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях.